Я мечтала быть модельером, модельером одежды для езды на лошадях. Шучу, шучу. Что самое сложное в мужском мире Голливуда? Быть первой, выйти на первый план и оставаться первой в этой стае. Крайне сложно приводить наш бизнес женщин. Зарабатываю ли я столько же, сколько мои коллеги-мужчины? Нет. И это все, что я могу сказать по этому поводу. Нет, конечно, нет. Понятно? Понятно.